Это было летом, было так прекрасно. Началось все это, как в волшебной сказке. Вместе улетели небо голубое. Обо всем забыли, были мы с тобой. Мы сегодня ездили в Сочи, в Сочи, в центр города. Немножко тут прогулялись напоследочек. Через 100 метров на светофоре поверните направо, а затем поверните направо. Сейчас едем уже обратно домой. Ну, так скажем, домой, на место нашего проживания, на время отпуска. Сегодня у нас последний день в Сочи, завтра мы уезжаем. На море, не знаю, пойдем, не пойдем. Юра хочет, Юра пойдет, я не знаю. И что я хотела сказать, что в Сочи здесь очень своеобразное движение на дороге. И паркуются. Поверните направо. Паркуются все очень так, ну, для нас это необычно. Кто как хочет. В общем, где есть какое-то малейшее местечко, да, остановка, не остановка, какой там знак висит, все это не имеет никакого значения. Машина может вообще быть посреди дороги запаркована. Ну, не хватает здесь, да, парковочных мест. Город заполонен автомобилями. Но что хочу сказать, что здесь достаточно так уступчиво ведут себя водители, то есть тебя пропускают везде и всюду, и как-то вот с этим проблем нет. Если у нас наоборот, вот когда по Екатеринбургу едешь, я мешаю, Юр? Нет. Когда по Екатеринбургу вот едешь, у нас, ну, крайне бывает сложно встроиться куда-то в ряд, то здесь свободно выпускают. Ну вот сейчас вот немножко мы постояли. Ой, видите, где стоят машины? Другое тут немножко вождение, но к нему быстро привыкаешь, да, Юр? Из Иванушек. Что у него тут, магазин, что ли? Там скульптура стояла. Рыжего из Иванушек. Через 300 метров поверните направо. Юрой пешочком шли до нашего дома. Ну, мы заходили. Тут ехать на... здесь, да, да, да. Мы шли 2 часа из дендропарка, посмотрели окрестности, получается, прошли через центр. Ну, вот как мы сейчас едем, вот этим маршрутом мы шли, заходили на какой-то маленький рыночек, там немножко походили. В общем, порядочно шли. Сначала легко было идти, но здесь, ну, понятное дело, что Сочи, он на горе находится, получается, местность такая, то спуски, то подъемы. На спуск-то нормально, а в подъем, конечно, в жару идти тяжеловато, особенно когда затяжные подъемы. И под конец уже, ближе к самому дому, осталось минут 15. У меня редко такое бывает, но случилось то, что я прям вообще уже идти просто не могу. Потому что жара, потому что в подъем, очень устала и обрадовалась, когда увидела знакомые места. Тут все в санаториях, вот с левой стороны мы с Юрой когда гуляли, шли, тут везде санатории. Такие остановочки. Тоже вот санаторий, родина. Не знаем, сюда, не сюда Владимир Владимирович приезжал, с Эрдоганом встречался. Ну, где-то в Сочи он был.
на днях. Магазинчик мы ходим. Чего? Нет, не в этот. Нет, мы не доехали еще до нашего. Ну, в общем, мы ходим в Магнит. Он дальше значительно. Через 300 метров поверните налево. Ну, там вот поворот очень интересный. Где вот сейчас стрелка навигатора стоит. Вот это. Видите? И серым цветом справа вот такое ответвление. Вот мы с этого ответвления очень часто заезжаем. Мы заехали так, когда приехали сюда в Сочи, то есть первый день, когда заселялись. И когда выезжали там в Адлер, то тоже получается вот с этого поворота заходишь. Такой он необычный. Я только здесь такой поворот встречала. Как из-за угла откуда-то. Впереди этот поворотик. То есть нам как бы сейчас левее надо взять, а когда мы едем с противоположной стороны, навстречу нам. То поворот очень такой. Ну, не знаю, камера передаст или нет, но он прям вообще как из-за угла поворачиваешь. Так неудобно. Вот в этот мы ходим в магазин Магнит. Ничего я перепутала, да? Я даже не удивился. Что я перепутала? Конечно. Я, кстати, смотрела, когда на Ютубе про вот этот ЖК, в котором мы сняли квартиру, то показывали дорогу, и мне она показалась совсем такой прям некомфортно. Даже немножко она меня напугала, эта дорога. Мне казалось, что тут совершенно невозможно будет ехать. Но нет, когда по месту едешь нормально. Первый день непривычно, потому что, ну вот, видите, вот просто двустороннее движение, допустим, видите, и вот так вот стоят машины. И чтобы нам, например, проехать, если бы сейчас встречка была, нам нужно было бы уступать. Поверните налево. Это где съездить? Да, очень узко. Центральная это еще и так идти. Через 200 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Ладно, хоть более-менее водители адекватные. Очень адекватные и друг другу, да, и не гоняют, и адекватно ведут себя, и уступают, и как бы, ну, очень адекватно. Поверните направо, во двор, а затем поверните. Юра хотел искупаться напоследочек. Мы пришли вдвоем на море, ну, конечно же, Юра не пойдет купаться, море все перебаламучено и очень сильная волна, хотя желтый флаг развивается, купаться можно. Не, Юр, что за необходимость, уж накупались. Ого-го-го-го. Очень опасно вот здесь вот возле волнорезов купаться. Мужчину тогда как откинуло. И прямо на волнорез он ударился очень сильно. Можно вот туда выйти, на пирс вот на тот, постоять. Смотри, там как классно, мы пойдем. Там фотки можно клевые сделать. Волной смоет в море, ага, оттуда.
А приходило же сообщение, что сегодня всякие смерчи могут образовываться на море? Ничего себе, даже подойти к краю страшно, как снесет туда. Ой, смотри, там всякие щепки вон плавают. Щепки вон всякие, мусор прибивает. Как люди не боятся купаться? Я ведь высоко тут стою. Блин, куда там? На круге-то? Это вообще очень опасно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да выходите вы скорее из этого моря. Ой-ой-ой.
поэтому как по горке поскользили. Это вот тут вот мы, видите, стояли. Ух, разбушевалось море. Ну, я считаю, должен красный флаг висеть. Куда купаться-то? Разве это не опасное море сейчас? Спасатели, что ли, подошли? Там две девушки. Одна на круге, одна без круга. Что вытворяют, а? Вон и машут, выходите. Ходят, слава богу, я уже извелась вся. Ой-ой-ой-ой. Нет. Что, серьезно? Нет. Нет, это другие. Ну, слава богу. Как эти парни туда заходят, так начинается там. А тут-то посмотри, тоже вон как поднимает. Все это как в волшебной сказке. Вместе улетели в небо голубое, обо всем забыли, были мы с тобою. Где-то летом звезды нам улыбались, где-то летом наши мечты сбывались, где-то летом звезды нам пели песни, где-то летом были с тобою вместе. Как в красивой сказке в жизни так бывает. Встретились и больше мы не расставались. Чтобы быть счастливым, нам немного надо. Просто ты сегодня будь со мною рядом.